3, 4. За минуты до начала спектакля последние прогоны. В нем много сложных номеров, соединенных одним сюжетом. Спектакль о любви. Любовь бывает разной. Мы решили поговорить о ней как такой исцеляющей силе, которая способна исцелять раны, давать ресурсы, возвращать к жизни. Далеко на севере, на острове Карафута, у Айна была священная вишневая роща. Акробатические и хореографические номера, трюки, музыкальное и видеосопровождение. На сцене появляются то японские гейши со своим завораживающим танцем, то бродячие артисты, то самураи. Каждый номер ставили специалисты, например, технику владения мечом, педагоги Корейской Федерации кендо. Цирковые номера – руководитель цирковой студии из Суаярви Евгения Козлова. За кулисами с переодеваниями и гримом артистам помогали волонтеры. Нас пригласил наш преподаватель по истории костюма Екатерина Немченко и предложила нам, вот сказала, вот в городе Кондопога, вот первый спектакль, когда у них был, нужно помочь поволонтерить ребятам, вот, что они вот с особенностями, им очень сильно нужна наша помощь и поддержка. Мы решили вот там от с однокурсниками, что надо помочь, и вот выехали, помогли, тут узнали много чего нового, посмотрели, как работают ребята, было очень интересно. За 2 часа представления артисты полностью меняли образы, как минимум 5 раз. Каждый исполнял несколько ролей. Некоторые трюки удавались не сразу, но и в этом тоже некое послание зрителю. Еще один смысл нашего спектакля, что не бойтесь ошибаться, не бойтесь быть ранимыми, в этом есть и ваша сила. Немного юмора, интрига и трогательный финал. Премьера «Сакуры» в Петрозаводске состоялась. Зрители оценили по достоинству историю героя, который прошел через все испытания, исцелился и обрел любовь. Светлана Воробьева, Максим Зверев, служба новостей.